Сердечный импрессионизм, впечатление души и поэзия, воплощенная в цвете – все это живопись Владимира Немыкина. Свой юбилей художник отмечает юбилейной выставкой. В галерее «Классика» его поздравляют близкие друзья, коллеги, искусствоведы и просто любители доброго искусства. Именно таким называют творчество Немыкина. Его картины переполнены свежестью, легкостью, наслаждением красотой жизни в ее утонченном цвете и свете. Прежде всего, мне хочется, чтобы тронуло за душу от зрителей. И ориентация идет на большой профессионализм. Акварельные пейзажи и натюрморты Владимира Немыкина сравнивают с поэтическими словами, положенными на музыку. Ее мелодия порой едва уловима, но именно она заставляет к ней прислушиваться. Здесь и кричащий, громкий Париж, тихий и плавный Юревец, глубокая и тяжелая Голландия. 30 с лишним лет назад была статья в пластинке о песнярах про Мулявина Владимира, руководителя ансамбля, было сказано «яркий музыкант-виртуоз». У меня тогда пришла сразу же мысль, о ком можно сказать «яркий художник-виртуоз» или «яркий живописец-виртуоз». Я перечислял всех в уме, кого я знал, мне было очень трудно так назвать кого-то. Вот Немыкина я назову «яркий художник-виртуоз». В экспозиции представлено 40 полотен, написанных художником за последние 13 лет. Все они из частных коллекций – России, Европы, Америки, Африки, да и практически всего земного шара. Но большая половина работ находится в собственности нашего местного почитателя творчества Владимира Немыкина. Я не искусствовед, я далек вот от правильного понимания искусства, но вот у меня в офисе висит много его работ, и они создают просто хорошую обстановку вокруг себя. На открытии выставки многие шутили, как хорошо, что Владимир не стал однажды шахтером или футболистом, хотя профессиональный опыт в этих сферах он получить успел. Сам Немыкин признается, что стал художником внезапно. Живопись, как настоящая стихия, поглотила его очень быстро. И вот уже на протяжении 30 лет продолжает вдохновлять на создание новой музыки на холсте. Нина Сардейская, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.